Всем привет! ZBrush 2019, и давайте в этом ролике рассмотрим одну фишку, которая может пригодиться в работе именно с головой персонажа, с какими-то деталями. Погнали! Откроем Liftbox, откроем женскую голову. Вот она загрузилась. И вот есть такая штука. Ctrl-Shift. Нажимаем, вот вы видите, высвечивается вот такой вот пунктирный квадратик. Он делает полигруппу. Выбираем, допустим, верхнюю губу. Вот так ее маскируем. Так, предварительно глаза я удалю. Получается, выделяется вот такая вот часть головы, то бишь губа. Зажимаем Ctrl-Shift и жмем X. Вы видите, что губа начинает область прибавляться. И вот теперь с ней можно будет работать. Вот так вот ее поставить. Переключиться на любую кисть, которая нужна. Уменьшить Draw Size. Уменьшить интенсивность, если нужно. И вот так вот все здесь можно пролепить, подкорректировать губы. Именно вот эту часть. Где-то кисть стандарт взять, уменьшить опять же Draw Size, интенсивность. И пройти вот эту вот кромку, допустим. Вот так. Ctrl-Shift зажимаем и опять жмем X. И вот вы видите, что область становится еще больше. Можно дальше продолжать какие-то детали прорабатывать. Ctrl-Shift-S уменьшает область. Вот так вот. Ну и Ctrl-Shift, левая кнопка мыши, щелчок по экрану, возвращает полностью модель. Вот такая штукенция. Можно брать любую область, Ctrl-Shift зажимаем, можно работать так с глазами, Ctrl-Shift-X, и вот можно, не отвлекаясь на какие-то детали, именно дорабатывать уже только глаза. Вот так вот. Все, всем пока, до свидания, лайк, дизлайк, как обычно.